EFM представляет танцевальный шоу от лучших диджеев России и мира. Встречайте Zep City Show. Приветствую аудиторию DFM. Вы слушаете еженедельное фирменное радиошоу Z-City. 60 минут актуального и качественного электронного саунда в субботней компиляции, которая имеет яркое продолжение в летнем сезоне. В Крыму, на живописном берегу Черного моря, в рамках уникального города фантазий. Лейтмотивом нашего проекта является музыка. Именно благодаря ей мы объединяем единомышленников с тонким вкусом и активной жизненной позицией из разных уголков страны. На старте этого часа новые и лучшие поступления в нашу коллекцию. С вами Сергей Ворыбин. В эфире Z-City Show. Возьми свой доступ в лето. We'll be right back.
На нашем сайте www.z.city и официальных пабликах Facebook, VK и Instagram. International Music Summit опубликовали ежегодный отчет об индустрии электронной музыки IMS Business Report 2021. Вот главные выводы из него. В условиях пандемии доходы диджеев в прошлом году упали на 68% по сравнению с 2019. Общая сумма составила около 300 миллионов долларов, как в 2019 году цифра была около миллиарда долларов. Это хоть и ожидаемое, но очень заметное падение. Отмечен серьезный всплеск интереса к лайв-стримингу, как со стороны артистов, так и у зрителей. В ход шли прямые трансляции и другие формы взаимодействия с аудиторией. При этом лайв-стриминг в отдельных случаях помогал собирать существенные суммы на благотворительность, но не сильно помог гонорарам диджеев. Выручка фестивалей и клубов существенно сократилась. IMS приводит число более 200 отложенных фестивалей. В 2020-м ивент-индустрия потеряла 78% в годовом исчислении. Продажи и стриминг музыки смогли продемонстрировать рост в 4%. В целом, аналитики говорят о том, что вся индустрия по показателям откатилась до объемов более 10-летней давности. До пандемии индустрия демонстрировала рост 10 лет подряд. Из других интересных цифр. В топ-200 Spotify снижается доля электронной музыки в 16 из 18 стран. Битпорт вырос на треть в 2020 году. Лучше всего на Битпорт продается техно, хаус, тек-хаус и драм-н-бейс. Продажи винила на Discogs увеличились на 41%. Индустрия программного и аппаратного обеспечения для диджеев увеличилась на 23% по сравнению с 2019. Растет количество и доля девушек-диджеев в топах. Продолжаем субботнее музыкальное путешествие. С вами Сергей Барыбин, вы слушаете DFM. Z-City Show на DFM. We'll be right back.
DFM. We'll be right back.
В этом году мы не смогли провести традиционный Z-Fest, посвященный танцевальной электронной музыке, из-за коронавирусных ограничений. Поэтому на данный момент предлагаем три варианта по обмену и возврату сезонных браслетов. Первый. Можно перенести браслеты на сезон 2022 года. Второй. Поменять браслет на наше мероприятие Z-Boat, которое пройдет в Москве 12 сентября этого года. Третий. Написать заявление в свободной форме и отправить на электронную почту reception@z.city. Мы обязательно продолжим танцевать, как только эпидемиологическая обстановка в Крыму будет позволять организовывать вечеринки. Эксклюзивная селекция набирает свои обороты в субботнюю ночь. С вами Сергей Барыбин. Вы слушаете Z-City Show на DFM.
эфире фирменное радиошоу города нового поколения Z-City. Всю актуальную информацию вы сможете получить на нашем сайте www.z.city и официальных пабликах Facebook, ВК и Instagram. Продолжаем субботнее музыкальное путешествие. С вами Сергей Барыбин. Вы слушаете DFM. Z-City Show. Эксклюзивно на DFM.
Сегодняшний микс подошел к концу. Вы слушали The City Show. Все услышанное ранее имеет яркое продолжение в летнем сезоне. В Крыму, на живописном берегу Черного моря, в рамках уникального города фантазии. Программу подготовил Сергей Барыгин. Обязательно встретимся в городе нового поколения или через неделю в The City Show на DFM.